Добрый день! В этом видео я расскажу, как сделать рабочий YouTube, если у вас стоит версия iOS 8.4.1. Сейчас я его удалю, сделаю сброс до заводских настроек, чтобы это была чистая система, чтобы было полностью понятно, как это делать, что скачивать, что устанавливать. Поэтому сейчас я нажму на паузу, все это дело быстренько откачу до чистой системы и все это дело вам покажу. Итак, я полностью сбросил iOS 8.4.1, установил CD и установил файл. Сперва мы устанавливаем, заходим в CD и устанавливаем Twig. App-админ. Установить. Принять. Желательно устанавливать на чистую, только что откатившуюся систему. Если у вас уже установлен jailbreak и вы уже побаловались с какими-то твиками, может ошибка быть. Вот когда на чистую устанавливаешь, никаких проблем не возникает. А если устанавливаете на систему, где уже несколько твиков установили, и уже прошло какое-то обновление от первоначальной системы, от джелбрейка, то может не установиться. Итак, мы установили Twig, мы перезагрузили планшет. Теперь мы идем в App Store. Устанавливать будем из покупок. Ну, полагаю, что у вас ранее был установлен YouTube. И проблем с установкой у вас не возникнет. А, нужно авторизоваться. Я еще не авторизовался. Сейчас, минуточку. Вот, авторизовался. Теперь включаем App Store. Переходим в покупки. Сейчас вы увидите, для чего был нужен этот твик. Находим программу YouTube и нажимаем на облако со стрелочкой. И вот у нас появляется окошко, где мы не продолжение нажимаем, а нажимаем вторую строчку и выбираем версию, которая нам нужна. Вот тут у меня и была ошибка. Я устанавливал совместимую последнюю версию, и у меня не работал YouTube на восьмерке. Потом выяснилось, что нужно было не последнюю совместимую версию устанавливать, а нужно было устанавливать определенную версию. Версию 11.49.9. Пошла установка нужной нам версии YouTube. Но она еще будет не рабочая, ее еще нужно будет немножечко подмонтировать. Программа у нас установилась, открываем ее. Положим как гость. И вот всем известная ошибка появляется. Теперь нам нужно... Ну, я уже установил файл, программу. Она устанавливается из CD. А вот программа iFile, вы нажмете и установите ее.
У меня она установлена. Захожу в программу. Здесь нажимаем Application. И выбираем в папках должна быть программа, должна быть папка, относящаяся к YouTube. Папка YouTube. Нажимаем, выбираем файл playlist, info playlist, property list view. И здесь делаем изменения. Вот здесь 11.49.9, 11.49.9 в двух графах меняем на 14.14. И здесь меняем на 14.14. Обязательно нажимаем «Done», чтобы сохранить наши изменения. Выходим. Проверяем YouTube. Но сейчас еще будет выскакивать обновление. Выскакивает обновление. Выйдем. И теперь нам нужно установить еще один твик. Ну, не еще один, а нам нужно, теперь нам нужно установить твик. Заходим в источники, правка, добавить. И добавляем твик с названием repo.mtm. dev.org. Добавить. Этот способ мне подсказал один зритель, который посмотрел мое видео и сказал: нет, батенька, вы говорите, нельзя установить, можно установить, и подсказал его. Поэтому ему огромное спасибо, потому что я об этом способе знал, но не знал, почему он у меня не получается. А выяснилось, что нужно было определенную версию устанавливать YouTube, а не последнюю совместимую. Ну вот, прошла установка репозитория. Репозиторий установился. Нажимаем «Готово». Теперь заходим в него. Твики. И выбираем Disable YouTube Updates. Установить. Принять. Перезапускаем систему. И проверяем работу нашего YouTube. Как видите, YouTube работает. То, что мы сделали, у нас все получилось. Если это видео было вам полезным, интересным, прошу ставить лайки, подписываться на канал.